8 миллионов на благоустройство. Грант на такую сумму получил Великовисочный сельсовет от администрации региона в мае этого года, чтобы сделать жизнь в 3 населенных пунктах более комфортной. На что именно ушли деньги гранта, узнавал Олег Хатанзейский. Сразу в 3 населенных пунктах Великовисочного сельсовета до конца лета появятся первые в регионе понтонные причалы. Их еще называют модульными. Они собираются буквально за считанные минуты по принципу знаменитого конструктора Лего. Вот так выглядят понтонные блоки. Легкие, но в то же время надежные. Оболочка пластиковая, а внутри только воздух. Поэтому конструкциям не страшны любые волны. Плавучие причалы возведут в Виске, Тошвиске и Лабожском. Понтоны, я думаю, что жителям будет удобно спускаться судно и выходить на берег чистыми, не пачкаться. Помимо прочего, в Тошвиске и Лабожском построят сезонные мини-вокзальчики. В теплых помещениях пассажиры смогут ожидать водный транспорт. Практично и экономично. Все эти новшества местная администрация внедряет на средства гранта. Его сумма 8 миллионов рублей. Деньги в основном идут на благоустройство муниципалитета. В административном центре работы уже ведутся. Село преображается буквально на глазах. Вот строители меняют прогнившие мостовые. Люди-то уже как отзываются? Довольны? Довольны, очень. Будем ходить по хорошим мостовым. Работы хватает всем. На благоустройстве села задействовано чуть ли не все население. Зарабатывают и студенты, которые приехали на летние каникулы. В общем, без дела никто не остался. Ближе к осени ожидается новый фронт работ. В Великовисочном планируют высадить деревья, построить открытый каток и обновить детские площадки. Кстати, детвора здесь тоже не скучает. Школьники играют, занимаются спортом и готовятся к учебному году. А я осенью пойду в школу. Первый класс? Угу. Ну, готова уже? Ну да, только надо еще что-нибудь купить. Мама мне обещала заказать рюкзак. Мечта у этих ребят всего одна. Зато какая, они хотят, чтобы в их селе построили бассейн. О, сейчас бы купались. А вот взрослым сейчас явно не до купания. Они подсчитывают ущерб, нанесенный весенним паводком. 2 месяца назад Виска оказалась под водой, затопила улицы, дома и огороды. С бедой справляются самостоятельно. Урожай, наверное, будет слабенький в этом году, потому что посадили поздно. А потому что приходила после ледохода вторая вода, и вот буквально вот от этой крайней грядки, вот столечко только если было видно, и все. Частное хозяйство Виктора Безумова сейчас переживает сложные времена. На большой урожай пенсионер уже не рассчитывает. Причины 2 – наводнение и холодное лето. Собранных овощей едва хватит до следующего сезона. Впрочем, Виктор особо не переживает. У огородника есть верный кормилец – старенький трактор советской сборки. Не так давно стартер новый приобрел. Латвийского производства, кстати, редукторный. Все прекрасно заводит. Этому трактору уже 24 года, а в двигателе ни единого лишнего звука. Раньше тягач принадлежал колхозу, потом он 10 лет стоял без дела. Пенсионер технику выкупил и до сих пор нарадоваться не может. Применяю по хозяйству, он помощник хороший. Вот. У него и гидравлика работает, все вот. Остальные сельчане, у которых нет железных помощников и дополнительного дохода, надеются только на свои силы. Однако тем, кто пострадал от большой воды, все же помогут. Администрация Заполярного района местным жителям пообещала покрыть затраты, связанные с покупкой материалов для проведения ремонта в своих домах и на участках. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Великовисочная.